Молоко из пророщенной зеленой гречки. Зеленая гречка содержит в себе витамины, такие же, как в мясе. То есть заменяет мясо сыроедом. Сыроеды едят и насыщаются так же, как мясо поели. Зеленая гречка. Обычно она коричневая, это уже обжаренная. А вот зеленая, она прорастает быстро. Замочили ее в воде за пару ночей, она вот так проросла. Положили в блендер, перекрутили. Добавили воды, можно добавить чуть-чуть, например, зиры, перчика. Перекрутили, получилось вот такое молоко полезнейшее. Молоко из зеленой гречки, густое такое. Чем меньше воды, тем гуще. Получается такое. Даже сливки можно сделать. Хорошая штука.